Всем доброго времени суток. У нас 24 октября, канал «Азимани». С Сергеем мы сегодня хотим в очередной 101 раз рассказать ему по поводу отзывов. Он там свое расскажет, я свое расскажу. Вот. Тематика такая, как мы ее видим, по крайней мере, как я ее вижу. Получить нормальный отзыв. Нормальные отзывы могут быть двух видов. Это отзыв с выкупом товара и без выкупа товара. Без выкупа товара некоторые товарищи у нас очень так возбудились и начали уже предлагать за деньги. Я считаю, это неправильно, это не надо. И если мы уже делаем, мы делаем, в принципе, помощь друг другу. Потому что, к сожалению, получается такая история, что когда человеку нужен срочно отзыв, он очень-очень-очень хочет его. Просит, торопит и все остальное делает. А когда отзыв не надо, получается так, что мы уже с палкой бегаем за ним, напоминаем, что мы тебе сделали отзыв, будь добр нам сделать, и почему-то возникают какие-то проблемы сразу у его друзей, у американцев, что он там занят, что... Вот, из-за этого мы с Сергеем не очень видим перспективу в том плане обмена отзывов. То есть мои друзья напишут вам отзыв, его друзья напишут там третьему человеку, а третий человек уже мне напишет отзыв. Вот, к сожалению, это так. Я могу сказать, что те люди, которые сделали мне отзывы на Амазоне, мои знакомые, в любом случае, я, честно могу сказать, из них написал, кто будет заинтересован, не будет заинтересован написать отзыв, ни один даже не ответил. Вот, вот такие вот друзья, как бы, ну, им это не надо, просто неинтересно, это нормально. Многих нет прайма, мне как бы помогли, но другим помогать они не хотят. Даже если там просить уже, там, уже конкретно просить. Мне кажется, это не особо так прокатит. Вот. Из-за этого мы с Сергеем как бы выработали свою схему. Просто собираем реально на данный момент и ищем на данный момент людей, которые реально могут написать отзыв. Система достаточно простая в нашей группе по отзывам. То есть нам Сергей перечисляет деньги, там свои проблемы с этим возникают, постоянно что-то новое. Вот. Сергей более подробно по этому поводу расскажет. Возникают проблемы, то есть нам перечисляют денежку за товар, нам перечисляют денежку за доставку. Очень маленький заработок остается нам в этом отношении. Да, мы чуть-чуть зарабатываем там по доллару, грубо говоря. Все остальное уходит там на различные перечисления денег, содержание счетов и всего остального. Плюс кому-то помогаем с доставкой товара, чтобы она была бесплатной. Но в любом случае, все люди, которых мы ищем, мы стараемся искать с Prime. Prime для чего? Для того, чтобы максимально быстро приходил товар обзорщику. Потому что отзыв нельзя писать без товара. Мы товар получает человек, делает фотографии, пару фотографий. Всех телефонов есть, проблемы нет, я думаю, с этим. Можно, конечно, попросить и прислать свои фотографии, даже я вот свои, например, видео даже отправлял. Можно написать собственный текст, кому как нравится, это уже на усмотрение. Мы не собираемся там подгонять в день, в час, когда там человек цену опустит, не опустит, хочет. Человек, продавец, так скажем, опустить свою цену на товар, пускай, но обзорщиков мы не собираемся просить о том, что вот там Саша с часу до двух, там, по Москве, по Киеву, по Нью-Йорку будет цену опускать. Нам это, ну, это нереально, мы считаем. То есть, если хочешь, опускай. Ну, опускай, вот, товар пришел, отписались, там, списались, я не знаю. Но я не вижу смысла вообще с выкупом товара сильно цену опускать. Мне это, я считаю, это неправильно. То есть, мы уже попробовали, это не сработало. Вот, попробовали, очень муторно, тем более, еще раз говорю, наш заработок просто смехотворный. Это делается именно для чего этот заработок. То есть какие-то там копейки просто остаются. Я из-за этого говорю, чтобы не было недопонимания. Там какие-то копейки остаются. Просто сами понимаете, товар стоит ваших денег, вы деньги назад получите. Вы заплатите Амазону, но деньги за товар вы назад получите. Вот. Из-за этого мы покупаем этот товар за те деньги, которые вы перечисляете. Соответственно, ну, если подгонять стоимость товара, он стоил 20, я вот хочу за 5, чтобы мне его купили, сэкономить фи в 1 доллар, ну, нам это неинтересно, обзорщику неинтересно, основной массе, по крайней мере. Вот, это целый геморрой. Вот, и экономия вот это вот, давайте товар на склад отвезем, потом я его заберу, это все детски лепит. Ну, на мой взгляд, просто это люди те, которые не понимают вообще принцип работы Амазона, на мой взгляд, это те люди, которые хотят
запустить товар вообще без маркетинга, вообще не понимая, как его запускать. Я могу сказать одно, что на раздачу товар отдают сотнями, а то и тысячами. И когда человек экономит там $2 и там прикидывает, как бы ему на склад, вероятность бана всегда повышается при вашем возврате одинарном. Если вы хотите постоянно возвращать товары, складировать, за аренду будете платить. Даже если будет прайм, в одну сторону будет бесплатно, в другую будет платно. Вам надо будет, так скажем, вы же по одной штуке назад не будете пополнение склада. Это вас точно забанит сразу же, если у вас постоянно будет уходить товары, будет назад по одной штуке возвращаться. То есть вам надо будет их все собирать в какую-то партию, а продаваться может с разных Амазонов. То есть люди в разных местах, штатах живут. Ну, короче, вообще полный бред. Вот, из-за этого все те, кто вот хочет как-то по-еврейски там что-то $1.5 сэкономить, конечно, нам не по пути. Это факт. То есть у нас система достаточно простая. Мы сейчас с Сергеем собираем базу людей, которые заинтересованы, просто получать бесплатный товар и писать нормальный отзыв. Если товар дрянь, обзорщик пишет, я на этот товар писать даже 4 звезды не буду. Вот, он его выкупил, он его получил, он сказал, мне это неинтересно. Отзывы не получится. Мы сразу говорим, мы не собираемся там 5-звездочные отзывы всем подряд писать. Это первый момент. Вот. Второй момент, связанный с этим, это то, что товар, если нормально, все нормально, человек, который получает товар, и мы же столкнулись с такой ситуацией, что многие хотят брать на обзор только те товары, которые им нужны. Те товары, которые мне нужны, брать не хотят. Такие обзорщики нам тоже неинтересны. То есть мы как бы пытаемся из-за этого найти круг людей, потому что тем, кому нужны отзывы, вообще море просто в очередь ставят. Вот просто реально мы сейчас не можем найти людей, которые сделают нам отзывы нормально. Почему? Потому что происходит такая ситуация. Во-первых, мы, можно сказать, практически денег за это не берем, потому что все эти деньги сжираются. То есть мы организован, реально людям пытаемся помочь. Да, в будущем гипотетически, очень гипотетически, если действительно будут большие объемы, да, там, даже зарабатывая доллар с одного отзыва, можно что-то заработать. Но это не серьезно. На данный момент это не серьезно. Потому что вот у нас есть там, грубо говоря, с десяток на данный момент нормальных, и человек 50 полудохлых, которые то могут, то не могут, то хотят, то не хотят. Да, я понятно, взял все плазменные телевизоры, хотят взять на обзор бесплатно. Но почему-то фильтры для кофе там, или я не знаю, там для тараканов там таблетки брать не хотят. То есть, с одной стороны, есть продавцы, которые любой товар продают, который продается на Амазоне. Им нужны отзывы для любого товара. Есть обзорщик, который получает и интересный товар, и неинтересный. Я не вижу проблем просто достать карточку, просто ему прислали деньги, просто купить товар. В Европе из PayPal можно купить, в Америке, потому что у нас, в принципе, мы и на Европу можно спокойно отзывы сделать. Кстати, на Европу проблем меньше, чем на Америку у меня получается сейчас на данный момент. То есть вот если кому надо на Европу, опять же, обращайтесь, вроде как бы меньше проблем. Но опять, особо сильно не столкнулись с этой ситуацией. Но такая вот проблема. С Америкой вообще проблема. Американцы писать отзывы не хотят. Вот, и что бы там ни говорили, я уже сказал про взаимовыгодные отзывы, что там друг другу помогаем, очень сложно. Очень сложно, реально. Ну, я не знаю. Те люди, которые понимают и делают отзывы именно с человеческой точки зрения, у нас основная масса, это, я так понимаю, на Украине людей живут, да, Сергей? Так, подожди, что со звуком беда, подожди. Я его нафиг выключу, а то получается я тебя глушу. Все, говори. Ну да, действительно, основная масса обзорщиков, те, кто или прайм, или заинтересованы в товаре. Действительно заинтересованы в товаре и готовы за это заплатить за доставку своих денег. Да, вот и за... Значит, у нас основная дальность. Сейчас вопрос, это обзорщики, действительно, потому что с многими людьми сейчас знакомы, общаемся, переписываемся. Стараюсь всем ответить по возможности. Ну, те, кто действительно готовы брать и всякое то, что не подходит, действительно, то, что надо. Действительно, человеку 10-15, это сейчас, с кем мы познакомились, посотрудничали, только планируем сотрудничать. Но люди, так говорится, идут на контакт. Пока на данный момент. Вот это основное, да. На вот в Штатах есть, да, но в основном все иммигранты. В Штатах иммигранты, да, мы с ним по-русски списываемся. Потому что действительно я посписывался со святыми людьми. Один мне сразу написал, американец, сколько он мне готовы платить. То есть он сразу не раздумывает. Лоб, я говорю, надо будет, мы спишемся, спасибо. У меня потом через часа три написал, ну что, вы будете мне платить сейчас или нет. Ну, люди разные, на самом деле, поэтому... Да, сейчас надо, первая у нас задача, это набить базу людей, которые познакомятся, реально надежно попробовать обзорщики. Посотрудничать. У нас все строится на доверии.
Вот мне тоже люди пишут и спрашивают, а как, кому деньги перечислять? Я говорю, ну мне или там еще кому-то. А как же это, я же типа, ну, не знакомый. Я говорю, ну я тоже перечисляю всем деньги людям тем, с которыми не знаком. Все на доверие, то есть риск, да, то есть я рискую. Там. Те люди мне за товар перечисляют деньги, тоже рискуют. Потому что вариантов... То есть есть человек, я ему сбросил просто, сейчас минутку, есть человек, который я сбросил просто, возьмешься ли ты за это, да, он мне сбросил уже номер заказа. То есть, и мне не сказал бы, что этот товар очень интересный. Ну, тем не менее, человек говорит, давайте сотрудничать, для этого возьму. То есть он вот до того, как я ему перечислил деньги. Вот поэтому люди действительно все, у всех разные, всем очень не, грубо говоря, вместе с выходными 9. Ну, плохой товар мы в любом случае не стараемся брать. То есть, по этому вопросу у часа часто поговорили, ну, и сотрудник. Что-что? Я говорю, в любом случае плохой товар мы не берем, ты все равно же его отсеиваешь, смотришь, то есть ты этим в первую очередь занимаешься. Ну да, не то, что я не могу сказать, что каждый товар не может, наверное, быть плохой. Люди делали какие-то предварительные анализы перед тем, как вложить деньги в этот товар. Но просто я знаю то, что на данный этап можно будет мне тяжело раскидать, я не хочу, которые товары ну, не очень, те, говорю, что я поспрашиваю, сколько людей будут готовы взять, те, ну, буду им отписываться. И опять же таки, у нас, грубо говоря, мы 10-15 да, человек, а 10 работаем со всеми товарами, у нас мы не можем делать рокировку, и поэтому мы не можем... Ну давай сейчас, я сейчас уточню тогда, сейчас получается какая ситуация, почему люди не хотят, да, получается, каждый хочет, естественно, взять товар на халяву, тот, который ему нужен, вот, и недопонимает, что реально бывает такой товар, бывает другой товар, то есть приходится брать все, но я не вижу проблем, вы деньги не платите, все равно бесплатно получаете, даже эти, я не знаю, там, мухобойки или там дорогую люстру вы получите, это как лотерея, но это все равно бесплатно. То есть я не понимаю, в чем проблема. А основной массе, которая, я так понимаю, у нас живет на постсоветском пространстве, то есть доставка еще отдельно, потому что Prime только по Америке бесплатно, а постпространство, Сергей там сколько там, $1-2 получается, то есть мы еще компенсируем частично эту доставку, правильно? Ну, там по ситуации уже там надо смотреть, потому что реально мы сейчас за бесплатно, замотивировать людей на получение товара, потому что получается в Америке они с Prime, получают просто бесплатный товар в Россию, в Украину, в Казахстан, в Белоруссию. Мы, соответственно, чуть-чуть компенсируем доставку. Сергей там высчитывает, смотрит там по весу и так далее. То есть получается, да, не каждый хочет получить бесплатный товар. Но вы понимаете, основная масса здесь, которая с нами работает, те, которые в будущем также будут обращаться за этими деньгами. Вот. И кто это осознает, они получают. Те, кто начинает там мозг париться, естественно, они также не получат этой помощи тоже. Мы просто сразу откажем, мы не будем голову морочить. Из-за этого в этом отношении, смотрите, мы сообщество сейчас организовывать достаточно много всяких, то есть тут мы как бы не монополисты совершенно, мы просто предлагаем свою схему. Схема заключается в чем? В том, что надо понимайте все, то есть не надо предлагать, у меня нет прайма, но покупай товары, плати за доставку, в чем проблема? На самом деле, вот я вижу, у нас там много отзывов к нам, я готов там помочь, нифига себе, ты что нам, товар что ли? Товар ты получаешь бесплатно. Ну вот, такая помощь, такая специфическая. Ну, я не против, у меня люди, просто те, которые заказывают товары, они не готовы заплатить за это и за то еще. Вот и все. То есть, если вас товар устраивает, пожалуйста, но надо не забывать, что это на постоянной основе. То есть, он просто постоянно скидывает деньги, вы покупаете товар. Все, разное. Но почему многие еще не хотят обзорчиков брать? Потому что мы не позволяем просто так. У нас, например, я так понимаю, мы же не через Super URL, правильно? Ты даешь всем задание. Как найти? Ну, да. Чтобы мы нет, сейчас... Нет, против через супер-URL. Нет, пожалуйста, те, кто вряд нам посылку. В идеале. Ну, кто глубоко очень находится, да, далеко стартует обращающий. Я могу сказать, как это сделать. С группы, с страницы Facebook. Сергей, смотри, я тебе могу сказать, как это сделать. Если кто-то глубоко находится и так далее, в идеале надо делать качественно. Так как у нас сейчас очень мало обзорчиков, реально. Когда будет, например, у нас, я не знаю, 100 нормальных, надежных людей, которые не постоянно где-то там шастают, и их постоянно поймать невозможно, а появляется только тогда, когда им что-то надо. Вот. А именно нормальные люди, которым написал по скайпу, они в течение суток уже все сделали. Написал, то есть в автоматическом режиме, да, я просто, а не вот это вот, там, типа, блин, я там вообще не на связи. Зато когда надо, блин, в 12 часов мне звонят, спрашивают, там, что им надо. Вот, ну ладно. Смысл такой, что в идеале надо
имеет 100 человек, можно делать там 20-25 отзывов. То есть 1 к 4, чтобы в шахматном порядке мы могли раскидать. Невозможно всем делать пул одних и тех же обзорчиков. Понятно, что они получат дальше обзоры. Но в основном это помощь нужна начинающим. А у начинающих вообще не будет отзывов. Почему не будет отзывов? Да потому что нормальных продаж не будет. Основной массы с самого начала на старте нет органических продаж. Из-за этого для того, чтобы запустить ту же рекламу и начать органику, нужны простые отзывы. Соответственно, мы делаем вывод какой. Нам нужны у всех разные обзорчики. Вот. Плюс, помимо этого количества, из-за этого многим отказываем. Мы делаем из 10 человек, вот мы делаем там 3-4 отзыва, правильно? А не все 10 человек, которые, или там все 20, например. Мы пытаемся там других воткнуть и новых найти. Это первый момент. То есть вопрос по отзывам – это принципиально показать, это качество. Качество этих отзывов, чтобы они, тут разговоры, бан, не забывайте, он не за горами ни у кого. Косяк, за любой косяк, там и жгут. Там жестко, просто не надо говорить там о том, что там вот, там рассуждают. Баны легко получить на Амазоне, за все подряд. И этот один из вариантов, тем более они сейчас не зря эти правила там меняют и так далее. Не зря сейчас обзорщики многие не хотят писать отзывы. А, потому что никто не хочет получить бан, просто так. А его уже не отменишь, скорее всего, это даже не страйки получат. Вот, и получается у нас такая ситуация, что народу сейчас мало, мы делаем немного отзывов. Вот, то есть там второй момент. Второй момент касается этой ситуации. Это то, что, я еще раз говорю, в идеале надо делать качественно, без всех этих динамических супер-URL, которые, по идее, тоже у нас не законы. Оптимальный вариант, я предлагаю всем, это именно давать задание нормально, то есть поиск товара на Амазоне, без супер-URL. То есть ключевая фраза, по которой вы хотите, чтобы котировалось, и просто слева набейте сумму. Ну, сумму или какой-то еще показатель. Сумму, например, ваш товар там, я не знаю, $15 стоит. Ну, поставьте вот там, я не знаю, там, часы вы продаете. Подожди, часы наручные, например, часы наручные, и поставьте слева цена их от там, 14 до $15. И вы, соответственно, второй странице найдете. Вот это такое удобное средство, чтобы быстро найти, не надо листать 20. Такие просят, ну, найти, да, по заданию, я понимаю, так что... Так я тебе говорю, задание, ты... Да, но я сам фильтры выставляю. Фильтры выставляете и говорите, да. Такому фильтру буду первая, вторая, третья страница. Все. Ну да, ну то есть я уже помню, ты знаешь, что надо фильтры выставлять. Да, выставляйте фильтры, другого варианта нет. Не надо вот эти супер-URL динамические, потому что они то работают, не работают, кто-то генерирует правильно, не умеет. Я просто со многими разговаривал. Да, кто-то с платных сервисов берет, понятно. А многие вообще сами рисуют. Keyword ставят, там, название, там, вообще, я не знаю, там, бред, короче. Вот, из-за этого лучше просто ключевая фраза, человек забил, поставили там дельта ценовая или еще что-нибудь там, все. Вот, это вот большое значение имеет, это, соответственно, люди, чтобы нормально были прокачаны аккаунты. Amazon любит людей с праймом, то есть это вы получите быстрый отзыв. Кому нужен отзыв через 3 недели? У меня были товары, которые люди получали там через 2 недели, через 12 дней, через 10 дней. А тут прайм за 2 дня привезет. Вот, а то, что там китайцы просят, они там деньги, ну, блин, никто же не против у них брать. Тем более в группах писать, я там продаю отзывы, блин, там, по 5, по 10, ну, это вообще бред какой. Ну, что, продажами здесь занимаемся, тем более вообще воздуха. Люди ни хера не сделают, просто напишут отзыв по $10, мы, я вообще кардинально этого против. Тут вообще практически заработка нет. В первую очередь у нас идет, это именно услуга, что помощь людям именно. Вот, просто это реально этим заниматься геморрой. Если кто-то хочет, сделайте лучше. Найдите людей, всем этим займитесь бесплатно, сделайте группу, там, я не знаю, если вы так считаете. Я считаю, это вообще, вот сейчас на данный момент, там, доход нулевой, геморрой много. Вот. Так что ищем людей, продолжаем искать, Европа, Америка, не вопрос. Да, пишите мне, Сергею, правила у нас достаточно простые, никаких там, мы перечисляем деньги вам, стараемся, чтобы вы получили товар бесплатно. Вот весь смысл. Заработка никакого нет, но еще раз говорю, вы, кто и помогает с этими отзывами, естественно, в будущем он смело может также обращаться и получать. Кто это не делает, у нас, еще раз говорю, желающих получить отзыв, просто, я не знаю, там, очередь, огромная очередь, мы просто выбираем тех людей, которые реально, там, тех же обзорщиков, там, помогает, или там, я не знаю, товары интересные и так далее. Но реально с обзорщиками очень сложно. Да, понятно, можно лично попросить каждого там, кто-то в Америке есть, там 10, 15, 20 отзывов, по-моему. Мне кажется, же надо спросить. Да, но это именно, тут и разговор, кому просто, я не понимаю, на халяву получать бесплатный товар,
не хочется. Я не знаю таких людей. Я, например, себе аккаунт делаю, Сергей себе сделал там, друзей своих подтянул. Они в основном отзывы эти делают. Так что кто мешает, кто хочет вообще этим заниматься, получать товар с Америки бесплатно, практически бесплатно. Останется только, по большому счету, там, стоимость доставки частично не компенсированная, или компенсированная, или не компенсированная на Украину, ну, на нашу родину, так скажем. Кто хочет, ну, Сергей вас спокойно этому научит. Есть, в принципе, видео, мы уже показывали. Правила игры особо не поменялись никак. Сейчас, на данный момент, просто когда мы первое видео снимали, была ситуация, мы брали просто товар у китайцев. А теперь у нас другая проблема. Да, и потом с 3 октября просто в Фейсбуке практически товары пропали, реально, да? Насколько меньше стало? Да, да, да. Их да, практически... Китайцы, те же, кто их раздавал десятками, тем перестали. Да, очень мало товара сейчас раздает. Из-за этого эта тема и перешла. Вот, мы предоставляем без проблем огромный ресурс людей. Мы даже не рекламируем, что просто знакомым сейчас, просто помогаем эти 3-4 жалких отзыва сделать. Но мы их почему так мало делаем? Ну, потому что реально мы не можем всем этим 10 человек тупо автоматом сразу сделать 10 отзывов Саши, Васи, Пети и так далее. Ну да, еще учтите, что это человеческий фактор. То есть даже какие у нас были подборщики, не были хорошие, кто, у кого ребенок в школу, у кого еще что-то. Много человеческий фактор играет, кто деньги обратно перечисляет, да, типа, ну, типа, не получилось там еще что-то. То есть, ну... Делайте на это скидку, что это не боты, это у нас не левый аккаунт, это все пишут отзывы, живые люди. То есть со своими, со всеми, ну, соответственно, вытекающими и плюсами, и минусами. Да, мы из-за этого и в этом направлении работаем, просто это очень долго, муторно и так далее. Все зависит от того количества людей, которые сейчас есть, потому что зашел, кто сейчас в онлайн, отдал, деньги перевел, заработал. И опять же, здесь еще раз говорю, это не забывайте, это нарушение правил Amazon. В любом случае. И американцы, у них там по-своему они живут, у них там свои правила игры, они не такие, как мы. Вот, даже те же, которые туда переехали. Ну вот, сколько людей уже отстрелило от этого. Кто-то хочет, кто-то не хочет этим заниматься. Вот, из-за этого наша задача достаточно простая, абсолютно. Это найти большое количество людей, которые готовы делать обзоры. Конкретных людей не надо писать, просто надо созвониться. Вот, например, с Сергеем или со мной. В Фейсбуке написать. Да, мы как бы эту базу откладываем, и вы получаете бесплатный товар. В Европу сейчас у меня только 3 товара или 4 уже стартуют по продажам. А это те люди, которые точно пришлют вам эти образцы. Эти образцы пришли, получили товар, но не образцы, а именно реальный товар. Я лично не могу понять. То, что там правила Амазона мы нарушаем туда-сюда, там Амазон вычислит. Ну, если грамотно, как я говорю, все это делать, не надо всем делать одни и те же люди отзывы, не надо по тому же динамичным супер-URL находить, а люди там с праймом, с нормальными аккаунтами. Вот. Есть еще, конечно, нюансы, это дорогой товар. Вот к дорогому товару относятся отзывы без выкупа. Это да, но это единичный случай. И кто спрашивает, сколько я могу сделать отзывов без выкупа? Да мало, сколько можно. Единицы. Если ты хочешь бан получить, ты сделай, блин, там, в день по 10 отзывов, недельку поделай себе. Вот, там. И все. Вот и все. Из-за этого других вариантов-то нет. Вот. То есть, да, у кого есть дорогой товар, который вообще там, но у них, и, как правило, и отзывов меньше у конкурентов. То есть он, да, может там недельку один, там, два, три отзыва. Ну да, если аккаунт новый, это вообще беда. Если аккаунт старый, там, год, два, пять, 10 лет, аккаунт на Амазоне, я не знаю, там, сколько там. Вот, да, там, конечно, можно побольше отзывов таких накатать. Кто-то катает много. Я знаю точно, ну, там, Константин, по-моему, очень много было отзывов таких. Но, насколько я помню, у него их и чистят прилично. Вот. Их чистят тоже. То есть из-за этого тот отзыв, который вы выкупили товар, вы сделали его грамотно, через людей, разные IP, реальные аккаунты, реальные разные карты. Да, есть еще, кстати, момент, у нас на один адрес товар уходит. Например, на Украину там через вашу вот эту почту, а на Россию там через какого-то другого. Ну, я думаю, если разные IP, разные аккаунты закупают товар, они что ж там на Амазоне не деревянные? Что там, с России, Украины могут не купить? Да могут покупать. У нас и с Америки также есть люди из Канады, которые покупают эти товары. Вот. Да, есть везде, в любом случае, риски. Еще раз говорю, не забывайте все, мы нарушаем правила Амазона. Тут на днях он стучался, чувак, и мы, на Амазоне, где он там работает? У него в Фейсбуке. Amazon.com, да.
Ну, какая страна-то? Я забыл, какая. Польша. Польша она. То есть, в любом случае, имейте это в виду, что есть всегда риски. Просто мы эти риски стараемся максимально минимизировать. В случае с тем, что альтруизмом люди будут заниматься, я в альтруизм не верю. Он будет или временный, или некачественный. Он может быть в одном случае работать только если огромное количество людей, ну, то есть просто вываливать, там, я не знаю, там, 10-тысячные, 100-тысячные группы, и там действительно, ну, там и риски, что вас там запалят, тоже нормально. Кто там вылезет, непонятно. Вот. А так он, я в группу зашел, на Украину, кто люди с Америки покупают товары. И они там выкидывают, там, скидка 20%, 30%. Я, блин, им написал этим админам, говорю, бесплатный товар, да, им бесплатно. Я, дайте это самое, давайте пообщаемся. Ни хера никто мне на этот не вышел вообще. Думаю, есть... развод, развод. Да, да, может, не верят, я не знаю. Просто реально, нет, я прям написал, ссылку на группу скинул. Вот мы являемся профессиональными продавцами на Амазоне. То есть нам нужны вот люди, которые закупают товар. Мы над этим работаем, ищем таких людей в разных ресурсах. Вот, потому что у нас такого количества друзей нет, друзей-друзей и так далее, и так далее. Мы также деньги отправляем на свой страх и риск и всех предупреждаем. Мы никого не заставляем этим заниматься. Опять же, еще раз говорю, нарушать правила мы никого не заставляем, это личное дело каждого. Вот, просто честно могу сказать, как советский гражданин, я себе прям это, галку каждый раз ставлю, как я Amazon нагну, и мне прям каждый раз... лучше становится, я не знаю. А американцы наоборот, они вот честно люди себя считают. А я считаю, так, тот же Amazon, его честность такая относительно. То есть у меня своя логика, у них своя. То есть, ну, ну что сделаешь? Я вот такой человек, так вот воспитанный. Советский гражданин. Ну вот. Что там? Что еще тут сказать? Ищем людей. Вот, обращайся к Сергею. В любом случае, чем сможем в этом отношении, поможем. По поводу отзывов. Ну, по отзывам мы все сказали. Будут люди, будут отзывы. На данный момент людей было, в принципе, много, но как-то они отваливаются, как-то там и дропшиперы предлагаются, эти предлагаются, но нам, ну, нам нужно сотрудничество, вот мы отписали в течение суток, чтобы было решение. Если нет, мы этих людей выкидываем из своего списка. Вот. Подстраиваться, то есть там выбирать товар мы никому не позволим. Потому что или берешь все подряд, вот, что даем, ну, потому что бывают и дорогие товары, и недорогие, нужные товары, и ненужные. Но вы не забывайте, вы их берете бесплатно. Вам надо просто на несколько кнопок нажать, блин, и получить этот товар. Вот, ну хотите, покупайте там что-то другое. Да, и написать, естественно, отзыв. По-честному, по-нормальному. Вы помогаете людям. Все. Надо к этому так и относиться. Если вы идете с тактикой сразу заработать, забашлять бабок, там у меня там сток, 100 аккаунтов, 200 аккаунтов, $5, $10, без этих самых, без выкупа товара. Но это как бы делает свою группу, там, пишите по беспределу, кто хочет получить максимально быстро бан, вот все туда. Тут, ё-моё, каких-то предложений уже нет. Но без выкупа товара мы против. Единичный случай, то есть там, я не знаю, просто единичный случай, да, особенно для дорогого товара, ну, не более. Больше нас ничего не интересует, нам вот это нам не надо. Потому что могут забанить, а риски мы стараемся минимизировать, если кто до сих пор не понял. Так что, что у тебя сегодня? Да, поэтому все. Все. В принципе, все в этом направлении? Да, что у нас там, группа? Сейчас знакомимся. Да, сейчас я так, как это убрать. Так, вот у нас здесь можно, соответственно, перейти в Facebook. Facebook перешли, основная группа, здесь вот список вот отзывов, Facebook review, вот сюда, естественно, это самое напишется, вот приходят люди, добавляем, смотрим там, но в любом случае мы этих людей всех, естественно, знать не можем физически, вот, еще раз говорю, люди разные приходят, прям вот у некоторых здесь написано, работаю в Амазоне, там, блин, кого только нет, работаю в Sales Hub, работаю там еще хрен знает где мы. Вот, ну работают они что, они также приходят и не стесняются, и как бы... Вот, это вот наша группа, 181 человек, был бы у нас столько бы обзорщиков, цены бы не было. Если, вот сами прикиньте, когда кто в ладоши хлопает и рады и счастливы, что нет отзывов, мне кажется, это именно злорадство, что они уже набрали отзывы, а конкуренты типа не придут. Придут, придут конкуренты. Вы, во-первых, что, сидеть будете на одном товаре всегда? Да, там, да, гифт-карту разыгрывать будете, вот это вообще супер просто.
чтобы разыграть гифт-карту, надо иметь продаж. Нет продаж, нет гифт-карт. Ну, то есть, логика-то где? Кто раньше, яйцо или курица? Да, когда у тебя уже есть, пошли продажи, то да, можно. А если у тебя нет продаж, но ты стартуешь. Кому ты будешь предлагать гифт-карт для отзывов? То есть, человек купил и там написал отзыв, и ты разыгрываешь. То есть, во-первых, вопрос доверия. Ну, то есть, ты, если бренд там серьезный, там, я не знаю, там, разыгрывать будешь, тебе серьезные будут отношения, а ты там не поймешь, кто, вот, ты там разыгрываешь $50 гифт-карт. Это просто, ну, это смешное предложение, то есть, ну, это, да, это одно из, там, миллиона вариантов таких беспонтовых. А человеку надо тупо получить 15-30, вот 25 хотя бы. Как? Скажите мне, то есть, покажите вот, вот с нуля, когда нет еще продаж. Вот я сегодня вышел, я говорю, никогда не надо делать отзыв 25. Раскидайте там день 3 отзыва, 7 отзывов, 5 отзывов, 6 отзывов, чтобы вас не забанили. Не забывайте. И все, вы получили 25, запускайте там автомат. Если у вас такой эконом-вариант, в экономе вы начинаете работать, грубо говоря, по простой самой схеме. Привезли товар, раздали товар, включили автомат, отсели ключевые слова, там хотя бы от одной, там, двух продаж, там, как получится. Запустили мануал, потом там мануал, там, pay-per-click раскидали на те ключевые слова, широкий диапазон, узкий, там, и так далее. И вот по этой схеме, если вы работаете, вам в любом случае для старта нужны эти отзывы. Вот о них мы и говорим. Мы не говорим об отзывах, там, 50, 100 отзывов, потому что у нас такого ресурса вообще нет. Лично для себя, да, я набью. У меня есть кого попросить, кто там не то, что мне должен, но кто мне, по крайней мере, обещал помочь. Но я могу себе помочь, там, Сергею могу помочь, там, Васе, Пете и все. Вот. И я думаю, многие также могут сделать. Но основная масса этого делать не может. И основная масса, тем более, кто хочет реально видео это посмотрит, там вообще к Амазону никакого отношения не имеющий, имейте в виду, можно на халяву брать товар с Америки. Практически на халяву. Да, не тот, который вы хотите получить. Потому что мы вот видео снимали раньше, именно упор делали прокачать аккаунт и брать товар, который мы реально хотим. Вот. Там большое количество выслать писем, там есть свои нюансы. Но это гипотетически было возможно. Но сейчас с этим сложно, но в любом случае через полгода опять все поменять. Правильно, Сергей? Да, опять все вернулся. Не надо, да, не надо загоняться, что вот сейчас нельзя. Сейчас мы можем просто помочь людям прокачать свой аккаунт. Реально прокачать, нормально его сделать, много сделать отзывов, разных отзывов. Мы не говорим про пятизвездочных, я тоже против этого. Если плохой товар, обзорщик не должен себя мордой в грязь пихать. Он это не обязан. Он может сказать, я ничего не напишу. Да, не надо писать гадости, конечно, но не надо писать. Тем более... Не надо забывать, нормальный обзорчик, он скажет, недостатки, может, какой-то брак увидит. Вы дадите какому-нибудь говнистому там топ-ревьюеру, он вам напишет, лепит одну звезду, как мне. Или три звезды. Куча народ таких пострадала. Эти люди вам говна не напишут, по крайней мере. Они скажут, я не напишу пятизвездочный отзыв, вот, но он скажет, вот недостатки. Он там, ну, можно пообщаться с людьми, а мы стараемся с адекватными, только те, которые являются на связи. Не где-то там какие-то мифические люди, а именно реальные люди. Вот, в принципе, вот такая история. Кто хочет научиться получать отзывы, вообще ничего сложного нет, просто вообще. Тем более сейчас $50 набрать. Мы сами можем набрать ему товаров, правильно? На $50 за раз. Ну да, но там пишут, что без скидки, без... А, ну может быть. Ну, значит, да, значит на $50 придется купить. Нет, ну не всегда. А, нет, нет, а какой скидки? Слушай, скидки, подожди, подожди. Да, мы даем... товаров, говоря, уже нет, Сергей, ты не прав. Мы даем людям выкуп 100%. Ну, черт, да. У нас нет по купонам. Нет. У нас нет по купонам. Я говорю, как Amazon пишет. Купонов нет. А, ну и наплевать, что он там пишет. Я говорю, что скидка, вот товар $20 был, да, его с перечеркиванием, то есть скидывают там... Нет, нет, у нас ситуация какая? Сейчас, на данный момент, когда раньше, мы покупали товары, те, которые хотели, на Фейсбуке там и так далее. Ну, это одна история. Мы сейчас говорим о другой истории, а история в том, что мы даем сейчас купоны, даем купоны вот эти вот, какие купоны? Даем, перечисляем вам деньги... Обзор продавцов. Да. И вы по полной стоимости можете сразу на $50 купить. Да, надо купить Prime. Мы без Prime не работаем, еще раз говорю. Не из-за того, что мы хотим бабок, нам мы там и разбогатеть. Нам нужно срочно. Человек, который вышел на Amazon и хочет раз, ему нужен срочный отзыв. В течение там недели хотя бы. А вам могут доставлять неделю, а то и две. Вот, те, кто на Украине сидит, в России, кому... там будут переправлять в какой-то промежуточный пункт, посреднический там с адресом в Америке, например, или в Европе, я не знаю, там как по ситуации. Вы, соответственно, свои фотографии, своих образцов разных там ракурсов сфотографируете. Это тоже надо иметь в виду. Но еще раз говорю, можно оттуда таскать товар.
Да, американцу там $15 импульсные продажи, ему пофиг. Из-за этого с Америки сложно найти людей, которые там работают, они там, многие там расслабились, да. Но почему мы же так плачем, что нам так плохо живется? Ну вот вам вариант, бесплатно получать, я не понимаю, в чем проблема. Вообще ничего не надо, сейчас даже $50 им не надо набирать. Просто набрали, мы сейчас будем тогда набирать, то есть если вы заявки оставляете, вот с Сергеем договариваетесь, просто тупо, Сергей, правильно? На $50 будем набирать, будем обзванивать, да, людей, которые просились получить отзыв. Вот. Но еще раз говорю, тоже опасная фигня, согласись. То есть надо какой-то товар будет покупать и просто так, потому что будет подозрительно для продавцов, если мы все одни и те же будут за одни те же товары покупать. Тоже стрёмно. Но я говорю, то есть здесь получается именно такой... Не, ну если он взял 3 товара, да, по полной цене по $10, да, на $20 что-то себе купишь, что надо самозвонить. Ну да, да, то есть так нельзя в цвет, потому что это будет опять бан, потому что нельзя брать только у наших товаров, и там будут одни и те же отзывы. Но еще раз говорю, надо просто много людей, и все. Да. Просто много людей, и тогда спокойно, в шахматном порядке, в виде сетки, раскидывай там. Все там покупают туда, 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 сюда. Там 3 американца, 2 канадца, я не знаю, там пофиг. Понятно, что в Канаду не отправляют, вот, с Америки, но как бы не было. Ну вот, то есть вот так вот. Пожалуйста, помогите нам, помогите сами себе, потому что если вы планируете в будущем торговать, я лично, сколько этим занимаюсь, ни одного еще сообщества не знаю, где реально помогать с отзывами. Мне тут пишут некоторые. Я как бы с удовольствием на связь выйду, то есть давайте пообщаемся, у кого уже есть какие-то наметки. Потому что, еще раз говорю, я тоже знаю много людей, которые мне предлагают услуги, но это все за деньги. Все хотят на этом заработать, это нормально, потому что это геморрой. Ну вот, мы предлагаем вот такую схему работы. Вот, минимальная мотивация людей, бесплатный товар и все остальное. Кто там хочет со складами работать, тоже делайте свою группу, вперед, там, перевозите товар туда-сюда, там. Не дай бог, там лишнюю копейку, там доллар сэкономите. Вот, то есть, это те люди, это просто новички, они не понимают. Потому что, когда ты будешь сотнями, тысячами раздавать эти там, затраты тысячами долларами пойдут, а раздавать будешь сотнями, ни о каких там складах и уже голова болеть не будет. А будет голова болеть, когда ты там за неделю, за две на пейперклик $1500 сольешь, вот, и тогда это самое, будет весело. Вот, если какие-то там ошибки сделать. Или в продвижении деньги валяют. Так что вот такая вот история. В принципе, я думаю, видео познавательное. Давай, Сергей, заканчивай. Я поддержу все твои слова из умозаключения. Поэтому ждем знакомства с новыми людьми. Будем рады знакомству, общению, взаимовыгодному. В таком ключе будем сотрудничать. Ну да, да. Так что Европа, Америка, у кого есть друзья реальные, кто хочет реально получить товар. Европа я не сталкивался, честно говоря. Ну, у меня есть. Мне, то есть, люди предлагают, вот просто и пишут, и так, и сяк. То есть, Европа как бы мало кто продает. То есть, с Европой другая, да, с Европой другая история. С Европой это юридическое больше оформление сортовать. Вот. Но как бы это. Тоже можно сразу об этом разговаривать, почему нет. Вот, потому что заказы сейчас в основном это Америка. Те люди, которые хотят, да, нам предлагать не надо услуги свои платные, или там еще кто-то, у кого-то там есть там друзья за деньги, без прайма, без вот этих вот, то есть нам вот просто, мы говорим как есть. Если человек хочет получить бесплатный товар за отзыв, мы с удовольствием будем помогать. И опять же, кто нам поможет, мы всегда с удовольствием также поможем в первую очередь. Вот, потому что, еще раз говорю, каждый, кто занимается Амазоном, столкнется с этой проблемой. На первом товаре или на десятом, к нам что думаете, обращаются люди, только новички, что ли? Все те же самые зубры, которые этим занимались, столкнулись с этой проблемой. Со вторым товаром своим или с третьим. Все до одного вперлись. Ни одного человека нет, который там, у меня друзей полно. Да сколько бы их не было, друзей. Отзыв в идеале на Амазоне надо иметь, если ты с приличным бюджетом идешь, там, я не знаю, критические точки 25, 50, 100. Вот и все. Когда мы сможем иметь, там, будем хотя бы человек 200-300, и мы сможем спокойно 50 отзывов сделать, мы реально будем уже рекламировать это именно как серьезный проект. На данный момент это чисто вот благотворительная деятельность, по большому счету. Ну, и проект, как модель, отработать модель. Да, сам, модель просто, вообще, да. Тестируем, то есть мы так подумали, а давай попробуем. Ну, давай, давай там опыт там сделали. Прошло, да, хорошо, то есть сделали эти выводы, получили опыт. Там, давай по-другому. Ну, все делаем на собственных аккаунтах, поэтому... Все ясно. Ну все, в принципе.
Все, что хотели, рассказали. Всем удачи, всем пока. Пока, Серый Тарас. Удачи.